Главная солдатская мама Ямала Людмила Буряк собирается в очередную поездку. На этот раз она посетит войсковые части Южного военного округа. Людмила Буряк планирует навестить ямальских солдат-срочников в городе Гюмри, это Армения, во Владикавказе и повидает ребят в Южной Осетии. По традиции Людмила Буряк привезет ямальским солдатам посылки из дома, а также видеоприветы от родственников.